Всем привет, друзья! Мы сегодня будем проверять этих прекрасных парней на зрелость. На этом ноутбуке мы насобирали скриншоты из олдовейших игр. Ваша задача сейчас угадывать на скорость, что это за игры. То есть вот ты видишь картинку, узнал, орешь. Все, не ждешь противника. Ну подожди. Ладно. Ну подожди, что ты не веришь в себя, дорогой? Все, вы готовы? Я кроме КС ничего не готов. А да, Доту, да, кто со мной шучу, сейчас разбирал, сидел? Давайте, поехали. 3, 2, 1. Стрелочку в бок. Пыщ. НФС Underground. Ну, кто вот выиграл? Я. Хорошо. Это что такое вообще? Это руна? Нет. Это... Арабская, но... Я не знаю, что это. Принц оф Перси. Нет. Это... Чувак. Ведьмак? Нет. Я не знаю, что это чересчур олдовая. Нет, не чересчур олдовая, это хорошая графика, в принципе. Она Doom подходит. Какой? Даже 2019 подходит. Ну какой Doom? Вы знаете, я просто... Можно так сделать? А кто собирал эти скриншоты, скажите честно? Кто... Дорогая, уважаемая редакция Virtus.pro. Олдейшая, да? Честно. Я не знаю, что это. Я сдаюсь. Что это? Оба сдались? Да. Это Готика вторая. Я в жизни не играл. Ну, кто? Давай, а с чего ты взял, что мы будем тебе загадывать игры, в которые ты играл? Давай дальше. Так было бы справедливо. Может, пацаны играли, а ты рядом сидел, знаешь, такое тоже было? Нет, такого не было. Да ладно. Давай. Принц Персии. Да сам первый сказал. Кстати, Принц Персии Дастон. Да, кстати, Принц Дастон. Тем более. Понятно, что он выиграет. Конечно, он знал. Тут шансов ноль. Давай, раз, два, три. Red Alert. Да. Блин, я хотел сказать. Вторая, да, это часть? Это вообще не вторая. Это Red Alert, да? Это вообще первая. Это... Нет, нет, не первая. Не первая, это что? Это бог. Serious Sam. Нет. Waiters. Песня еще такая есть. Песня есть? Ну, вообще, мне кажется, Painkiller. Да. Да? Да, да. Ну, я просто, я играл в эту игру просто. Painkiller. Я играл в нее профессионально. Diablo. Молодец. Ты ждешь, кстати, выхода четвертой Диаблочки? Ты не играл в Диаблочку? Играл в Диабло, но не жду и вообще мне как-то по барабану. Больно мне сейчас сделал. Да? Да. Очень приятно. Достану ты. Я жду время спокойно, чтобы поиграть во много игр, но эх. Я дальше? Давай. Что это за... Sponsored Guard Breaking 100 Gold. 1000 Gold. Что за чувак? Это что-то наподобие Ведьмака. Возможно, как и очень много игр, да? Сразу скажу, что я не знаю, что это за игра. Я тоже не знаю. 100%. Все, значит, вы сдаете все, это Фейбл. Фейбл. Видишь, никто из вас. Фейбл Лобс. Наш олдовый департамент выиграл вас. Все, давай, 3, 2, 1. Что это такое? Это знаешь, скажу, подожди. Вархаммер. Это очень популярная игра, парни. Реально? Да. Это не про снайпера, как снайпер? Нет. Это прям франшиза, в смысле, это короче, игра, у которой много частей. Fallout? Да. Бам! Геймер. Я просто увидел его в пустошь, а я играл в Fallout все части, почти кроме этой. Мы не могли не сказать вам, что наши друзья Parimatch дают бонус для всех болельщиков Virtus.pro. Переходите по ссылке в закрепленном комментарии и получайте специальное предложение для фанатов ВП, а именно страховку первой ставки. И не забудьте скачать после регистрации лучшее приложение для прогнозов на iOS и Android. Удачи! Как это? Нет, это как его? Макс Пейн? Да. Ты его тоже играл? Да, я играл. Он так прыгает. Это там, где вот этот чувак. Да, ну все же пацаны играли в Макс Пейн. А, его не играл. Сейчас будет очень просто, поэтому 3, 2, 1. Ведьмак? Ладно, ладно. Красавчик. Его я играл. Я почему-то посмотрел на... А какой Ведьмак? Я почему-то посмотрел... Это третий. Ты посмотрел на его шрам, а я посмотрел на его сначала сюда. Конечно, ты посмотрел сначала туда. Третий Ведьмак. Несправедливо, так нечестно. Кто такие скриншоты выкладывает? Департамент по играм, да. Присылает, скажем. Что, готов дальше? Да. Ох, блин, я видел в Ютубе. Что? Нет, это не та игра, которую я играл. Поэтому... Бог его знает. Так Джейми нету в кадре. Вот это было тонко. Это какая-то средневековая игра.
Что-то... Средневековых разработчиков в 16 веке. Крузадер какой-то. Нет, они все современные разработчики, поэтому, я не знаю, давай скажем что-нибудь типа казаки, не знаю. Ну, казаки, конечно же, так не выглядят. Да, не выглядят, я знаю. Они там шин-шин-шин-шин-шин-шин-шин-шин. Что ты за его знает? Mountain Blade Warband. Никогда в жизни не придал бы. Давай, 3, 2, 1. Очень просто сейчас. Простите, что? Очень просто. Это не этот? Что это за... Даже по атмосфере очень просто. Как его зовут? Боже мой, на языке крутится. Давай. Верти. Silent Hill? Да. Еще игра, что ли, есть? Да. Кодзима гений. Дальше. 3, 2, 1. Серьезно? Нет. Я знаю. Это этот. Я скажу. Far Cry. Да. Молодец. Я не играл, но по картинке. Damn it. Почему пальмы как Down. В смысле, в Far Cry есть такая часть, где ты вообще в пальмах. Far Cry всегда пальма. Почему пальмы как в Serious Sam? Чтобы сложно было тебе. И М-ка как. Ну все уже. В этом Special Force. 3, 2, 1. Resident Evil. Нет. Что? Нет. Что за игра? Че? Окей. Давай уже. Я не знаю. Такие игры не играю я. Хочешь подсказку тебе дам? Давай. Я откуда? Родом. Китай? Молодец. Где-то Дальнего Востока. Правильно, правильно, правильно. А Дальний Восток вот какая часть? Ладно, так это якутская игра, Якутия. Якутия же, да? Игра Якутия, есть же такая, да? Ну, мало ли. А какая вот игра есть, которая называется вот как... Якудза. Как дальняя часть Дальнего... Якудза. Точнее, начальная часть Дальнего Востока. Якитория. Якитория. Нет. Я поверил. Якитория звучит... Я не знаю, не знаю. Якибастуз. Слово нужно сказать. Так называется не только игра, так называется целый регион большой. Алтайский край. В России. В России? Да. Бурятия? Это республика моя, но спасибо, что ты помнишь. Вот она где находится? Я говорю, мы вот все оттуда, мы... Буряты. Практически. Целая игра. Давай, я хочу, чтобы вы сказали это слово. Целый край называется. Да, да, ну даже не край, тут прям Россия, вот... Россия, не? Она, ну вот, там вот холодно. Иркутск. Иркутск, да, Иркутск тоже там. Сибирь? Да. Игра Сибирь? Сибирия. Так, ну ладно. Это было хотя в Сибирь угадали. Вообще... Завалили и по географии сейчас, и этот раунд. Дальше. Что такое? Это игра, в которую бы я не играл. Точно. Security бот стоит, посмотреть на него. Бог его знает. Это... Понятия не имею, и даже стараться не буду. Да, давайте. Давайте скажем Halo. Deus Ex. Кто? Deus Ex. Это Deo Matiz, который? Да, это почти, да. Deus Ex. На базе Матисса игру сделали. На движке. Едем дальше. Руна. Нет? Нет. Это викинги? Нет. Это медведь? Virtus.pro? Что это? Да, да. Это он. Видишь, Резоль. Нет, там усы. У кого усы? Усы, усы. Мужик с топором. Да. Вархаммер. Я не знаю. Вархаммер? Вархаммер. Что у меня? Я же не играю в игры. Half-Life? Нет. Это была шутка. Диабло. Я не знаю, что это игра. Elder Scrolls. Обливион. Это я помню. Elder Scrolls. Обливион там есть название? Нет. Задрот. Нет, Обливиона нет. Дальше? Дальше. Сейчас будет очень легко. Три. Мне надо угадать. Кейс один же. Нет, давай. Давай, давай, давай. Казаки. Нет. Герой 3. Герои. Да. Ну ладно. Какие? Герои. Просто. Просто герои. Да, но не третий. Третий. Просто я посмотрел на этих, так сказать. Столько игр, оказывается. Конечно. Прикинь, а ты зачем-то всю жизнь в контру играешь? Да. Не в тему. Вообще. Дум. Вот ты вообще, конечно, нет. Что за оружие у него? Как это? Достань, смотри. Это киберспортивная дисциплина. Ну, это? Только это старая очень. Quake. Да. Ну, киберспортивная. Это была не твоя подсказка. Это первый Quake? Да. Это первый Quake. Какой он ужасный. Сейчас тоже будет легко. Три, два, один.
Tomb Raider. Да. Я играл в нее тоже. Я там деда пинал. И сейчас вот последнее. Вообще легкое. Давай. Мафия. Конечно. Ты тоже в нее играл? Я все игры. Я играл в Мафию. Я прошел эту игру полностью. Все. Понимаешь? Победа? В каком мы мире, оказывается, живем? Можешь официально сейчас начать его унижать. Изика, скажи, вообще. Все, отлично. Молодцы. Спасибо за развлекательную. Я прям переместился в прошлое лет на 20 назад, 30. Захотелось? 40. Надо пройти еще. Нет. Нет. Я с удовольствием поиграл бы в новую версию, если было больше времени. Ну, во все новые игры, которые сейчас... Если бы мне поставили сейчас новые игры, вот сейчас были скриншоты, я бы ничего не угадал. Потому что я его вообще ничего не играл. Я искренне надеюсь, что у тебя будет очень мало времени для того, чтобы играть в другие. Спасибо. Спасибо вам, ребят, что смотрели это видео. Auf Wiedersehen. Ich liebe alle Frauen. Frau Bones. Danke schön. Не расстраивай меня. Подпишись на наш канал.